Всех приветствую. Сегодня такая погода шикарная, просто даже жарко уже. Все высохло, дождя уже не было 2 недели ровно. Приехали опять на деревню, где были на прошлый раз, забрать прошлые находочки, ну и еще по пути покопать. Сейчас вот здесь остановились, здесь вот тогда было жирных находок много. Сейчас покружили, короче, жирных уже находок нету, но довольно-таки много нежирных всяких находок. Всякое, короче, старинное железо, ключи, запчасти от деревянных повозок. По деревенщине тоже попадается. Вот это, наверное, от деревянных плугов носы. Такие раньше. Ну, он же полудеревянный был. Давнешний это. Такие крюки, это все деревенщина старинная. Тут вот петли обломанные, навесы. Всякое. Тут где-то полподкова у меня попалась. Ключ 17-19, наверное. Кружка эмалированная. Ну вот это все. В основном много запчастей от деревянных телег. Это уже вот тут собрали на этом краю. Это у нас еще на тех выходных найдено. По мелочи. Лежало вот здесь же рядом. Сейчас, короче, это грузим и едем дальше. Сегодня надо вывести все, еще там на полях на механе. Взяли топор, будем вырубать из корней дисковую барану. Там металлчик плотненький должен быть. В общем, почти не копали, занимались вывозом железа. Вот это вывезли с поля. Вот, вот оттуда. Вот эта кучка. Это вот было здесь в деревне. Сюда утром докапывали. Где-то полчасика, минут 40. Такая кучка. Сейчас вот еще тоже с деревни, с другого края привезли. Тоже всякого. Но я тут в основном такие большие детали показывал в тот раз. Получается, вот уже эта кучка, эта кучка. Сейчас по плану, короче, вот там такие опушки, горки, там вот мы лемехов дофига ковыряли, лемеха, несколько траков, отвал, там всякие такие тяжелые запчасти. Сейчас, короче, туда сходим на часок, покружим сразу с тачкой, обратно вывезем. Короче, дисковая барана вот там была, в тот раз покапал под деревом. Наверное, целый час времени убили, все в жиже измазались, короче, ни хрена так и не достали. Дерево выроще прямо на бараны на этой. Там 3 диска, посередине вал, там с какими-то еще всякими проставками, с тяжелыми такими. Ну, в общем, килограмм 50-60, наверное, этот кусок весит, но никак не достать. В общем, оставили. Может, потом летом, когда высохнет, еще раз попробуем. Пилу взять. Вот. Выезжать нам туда. Тут, в принципе, сейчас сухо, более-менее ровно. Я думаю, раза за 3. Это, кстати, не все. Еще там в начале есть поле. Там тоже есть находочки. Это, наверное, 10 лемехов. Бачок от унитаза чугунный, труба от него уже чугунная. По мелочи там поилочка есть. Всякие чугунные штуки. Ну, короче, наберется еще тележка. Ну, думаю, сегодня килограмм 400 это должно получиться. Даже, может, поболее. Еще сейчас час-полтора там побегаем, еще лемехов наковыряем. Я так думаю, будет. В общем, такой план пока. Только вот зашел на поле, сразу 4 лемешочка. В одной куче лежал один целый, 3 обломанных. Вот здесь вот у камня, вот здесь все в одном месте лежали. И плюс еще нашел типа стойка какая-то или непонятная. Вот такую деталечку. Ну, тоже такая увесистая, примерно весит столько же, сколько и лемешок. Профиль, и тут какая-то приварена планка.
Вот здесь копано, вот здесь по кромке дырок накопано. Даже может уже весной. Тогда мы вот здесь на этих горочках 44 лемеха за день набрали. Но это чисто лемеха, еще помимо всяких там запчасти были. Сейчас, короче, тут кружим часок. На железо вывозить. Буквально 10 минут прошло, как показывал находки. Вот за этим кустом там 4 лемеха. Зашел на это маленькое поле, покружил. Буквально минут 10. 3 лемешка, и главное все целые, без обломанных носов. И ухват. Котелки, чугунки из русской печки доставать. Не знаю, откуда он тут посреди поля взялся. Но что есть, то есть. 3 лемешка. Вот это самые тяжелые лемеха. Усиленные. И практически с целыми носами. Хотя мы вот на этом месте, на позапрошлых выходных, набили тут железо, ё-моё. Вот там складывали у того дерева на углу. Там целая куча была. Хотя вот кружанул, опять 3 лемеха выпало. И главное, такие сигналы. Ладно, один, вот здесь, короче, камень. Он вот так вдоль камня на ребре стоял. А два другие-то просто плашмя лежали, один даже торчал. Не знаю, как мы тут обошли рядом, но мимо как-то прошли. Ну, все, конечно, не выбьешь. Так, пошел дальше кружить. Вот и брат наковырял. 4 лемеха, один целый, 3 обломанных. И половина трака ДТ-75. Плюс... Там вот за горой, где брат сейчас ходит, там целый лемешок и 4 носа еще от лемехов. Сейчас еще круженем немного. Да пора собираться. Вот, где-то минут 45 походили, плюс вывезли, чуть больше часа потратили. Вот здесь 17 лемехов, полтора трака или полтрак. Один, ты один? Почти целый трак. Два куска. Там кусок от хорош. Потом вот сейчас вот на обратном пути шел, две скобы нашел. Ну и помимо всякие мелочи в кище. Носы, кусок троса. Килограмм 70, наверное, получилось. Плюс это. Еще там, и еще там в начале. Прямо с тобой до 8. Недалеко от выезда. Тоже примерно как в тачке. Даже, наверное, побольше. Сейчас буду, короче, возить где-то на за 3 раза примерно, чтобы все вывести. Всех приветствую. Сегодня у нас только вечер свободный выдался. Приехали на те же места, что были предыдущие разы. Потому что лемеха тут попадаются довольно часто. Вот по этим небольшим гористым полям начали искать. Вот это 3 лемеха, 2 небольшие детальки. До этого еще попалось 4 лемеха вроде, но они по одному, я уж не показывал. Ну, у нас сегодня взята тележка, он стоит. Вот стоит. Будем сегодня сразу забирать, потому что сегодня воскресенье. Если оставлять, то он неделю будет лежать, мало ли кто тут будет ходить. Могут забрать. Походим. Приехали где-то около 3. Походим часика 2-3. Посмотрим. Ну, в принципе, за полчаса где-то 6 лемехов или 7, я уже сбился со счета. И разные еще детальки. Ходить начали вот с этой опушки, вот там переходим. Ну, в общем, еще даже толком не ходили, но уже кое-что попалось. Вот, выпало еще пару лемешочков. Потом какая-то непонятная жестянка такая гнутая. И какой-то вот такой экземпляр неизвестный.
Ну, довольно-таки регулярные сигналы попадаются вот на этих полях. В общем, не пустые. Иногда по некоторым полям ходишь вообще в холостую, ничего нету. А тут уже вывезли металла 473 вчера было. До этого 290 или 283, не знаю. И еще до этого вывозили. Ну, короче, прилично металла попадается. Так что пока еще покружим. Время есть. Уже закат. Мы сегодня, не торопясь так, в это, ну, можно сказать, отдыхали. Ходили не торопясь там. Все добили те поля. Вот это уже поле, это деревня. Ну, деревня была с того края, здесь остановились, сейчас еще походили. Получилось, короче, вот столько ништяков. Здесь 18 лемехов, потом всякая сопутка. Но такая сопутка есть даже тяжелее лемехов. Сейчас выпал вот такой вал неплохой, где-то метра полтора длиной. Тяжеленький. Ну, конечно, жуху взяли. Но она такая гнилая, но такая толстенькая. Всякие тут обломки, ключи гаечные и прочее. Гидрач один выпал. Ну, в общем, около соточки, наверное, будет. Сколько будет веса на экране, укажу. В общем, сюда, наверное, больше пока заезжать в эти края не будем. Потому что тут уже особо быстро не накопаешь. Уже на улице темно, но пока камера более-менее показывает.